как байт копов. На туре что? Байт девочек. Че, со мной, да? Со мной Алекс, лети рядом, поржешь. Точки захватывайте. Ну сразу сюда лети. Слышал? Че, да, да, че, кто был? Че, встретим. Ебай, еще один, блядь. Стивен, ты долбоёб, беги! Беги отсюда, дурак! Пойдем, ебать. Что тут Стивен забыл? Вам, типа, красиво четвером приходить, блядь, сюда? Какого хуя он там стоит, блядь? Он дурак, ебать. Ой, блядь. Блядь, да вы не лучше нас, ебать. Пупки, ну, блядь, ты скажи, что он тут забыл? Сейчас проведем вас. Пиздец. Просто я охуел, блядь, просто четвертый нахуй выходит. Просто пиздец, работайте. Что на нас что-то говорит, блядь? На воду уплыл, да? Красиво, ебать, красиво. Ебать. Вон он плывет, нахуй, я вижу его. Ебать, смотри, он уплывает, нахуй. Смотри, 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 он поплывает. Да, катер, бейкер. Фу, поверни на него, сука. Мент, смотри, смотри, всплывает. Мент, гондон, поверни на него. Кого мы набрали, блядь? Я не могу, блядь. Сумка! Сумка 200! Сумка 200 прыгает на уши! Ой, блядь. Нахуя, блядь. Ой, блядь. Я прослезился. Ой, блядь. Слышь, я больше чем уверен, сейчас он четвертый рядом будет. Смотри, смотри, в воду, ебать, на причал, смотри, куда ты. Я нихуя не вижу, сука. Наручники надо снять и одеть, у меня, как тебе объяснить-то, ботинки вижу только. Сейчас, секунду. Ой, блядь, пиздец, смешно. Ой, да. Во, да? Все, да. Ля. Он похуятил, смотри, 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 похуятил. Он сделал мой день, блядь. Смотри, у него МК-200, ебать, висит, он нахуй шокером плывет, ебать, красиво. Какой-то афроамериканец, по-моему, смотри, блядь. Посмотри в его глаза, ебать, он такой спокойный. Ну, по-моему... Не знаю, я только его вижу, как он такой грибает. Я нахер ему вообще прыгнул. Я не знаю. А я хуй, он знает. Все прыгнули, он прыгнул. Он на пляж, короче, плывет, но сейчас выплывать будет. И этот, как мы едем на ПВ сторону. Пиздец. Да. Ну, заливать бы. Лодка плывет. Один, блядь, выйдите кто-нибудь на машине, примите его на пляж. Он сюда плывет. Ебаный свет. Я сейчас СМК зажмет по вам, блядь, да и все. С воды нельзя стрелять. Да, с воды нельзя. Это кому ты говоришь? Тем, кто, блядь, ГП шел с лодки, да? Ой, блядь, все, пиздец, тебе на всю жизнь нахуй это, блядь, будешь нам припоминать. Да, мне просто рассказывали, пацаны. Он уплывает от берега. Вс, на лодке его вяжи, короче, с лодки. А как он с лодки свяжет? А я хуй знает. Тупо десант, десант с лодочки, так вяжешь его. И он тонет нахуй.
Да не тонет, он не тонет. Его спасут, его спасут. Вряд ли его спасут. Давайте, скажите ему, чтобы он выгребал. Че, реально четвертый будет стоять? Я все говорю, он четвертый будет стоять рядом. Ебаный свет. Вы нахуй ему сказали прыгать? Мы не говорили, мы не говорили, я пацан прыгнул. Красиво, блядь. Бля, вы тоже не красавчики, ебать, вы его очень не ёбнули, блядь. Ебать, да вот так в смысле ничуть не, его ёбнули. А вы ёбнули, да, своего? Ну, минус громовец был, ебать. Не, громовец. Сейчас забором ты, бля, опускал, ебать, меня не заехал. А, ну это не, ну да, да, он типа это, выжил нормально. Как будет всплывать, Шекер? А громовцы, блядь, сними с меня наручники. Я устал это смотреть. Если он на рацию, я ему скажу пару ласковых. Давай. Стивен, слышишь меня? Стивен, ко дну пошёл, блядь. Ебать, смотрите, он нахуй сюда. Погоди, погоди, нету, не одевай, блядь. Сука, где? Стивен, если ты меня слышишь, ты долбоёб. Ну ебать, смотри, чтобы он нахуй там не задохнулся. Ой, блядь. Дай ему всплыть, ебать, сейчас он нахуй захлебнется, ебать. Вот, всё. Да, ну, мир голову взял. Всё, выплывай, короче. Че, его взяли, что ли? Да, пиздец. Не, короче, он сделал мой день, блядь. Все, пускайте ее. Слышите, вы штрафом только за копировку пишите, пускайте. Он просто сделал мой день, блядь. Ой, блядь. Граждане, подождите. Меня нечего с вами разговаривать, вы сами начали эту тему окрывать. Ясни, усёк, петух ты ёбаный, камбурский ты ебучий. Вот это ты залечил. Ну посмотрите по GPS-ке. Значит, говорю на всем мусорам, как это было на самом деле, ой, этим, полицейским. Я из дома выхожу, и там стоит этот пацан, он без ножа был и без пистолета. А я с другом Зями выходил, и он взял нож и на нас прыгает, И мы ножом ему обратно, и там Гурген на Ниве был, он назад сдавал и наехал немножко на этого хамовца, и мы быстро оттуда уехали в Ереван. Я вас понял, я вас понял. Причина остановки, ё-моё. Всё так и было, я подтверждаю. О, смотрите, ваш четвёртый. Причина остановки! Стивен, блядь! Стивен, слышь меня? Стивен, вопросик к тебе. Ты нахуя прыгал? Летать люблю. Я понял. Красиво. Я понял. Так, давайте, гражданин, причина с вами начнём. Одну секунду, сейчас мы назовем вам причину. Я рыбачил. Да, мы поняли. Ой, гражданин. Самое смешное, когда мы встречаем... Слышишь, Саня? Самое смешное, когда, блядь, мы стоим, встречаем ментов, он стоит рядом, блядь, с МКшкой за спиной. Я смотрю на него. Думаю, что это долбоёб тут делает? Стивен, беги! Убийство. Он бежит! Ёбаный, да он электрический, отпустите. Бля, Стивен, надо было в кустах, да, съесть, если МКшки просто зажимать. Я хотел уплыть. Просто стоит, блядь. Это фиаско, братан. Блядь, не кидал людей, я твои яйца вижу, блядь. Рядом стоит. Не щупайте меня, у меня сука. Ой, блядь.